Привет, Ютуб, с вами Ваня. Мы продолжаем наше похождение по FitzBiz серверам. На FloppyCraft меня так и не пускают. Так что мы пока продолжаем здесь. В общем, в этой серии я решил заняться фермы эндерменов. Ну, грубо говоря, заимпровить. Так, у меня здесь кровь была. Так, надо слить. Так, в общем, нам нужно перво-наперво лопату с силктачем. Эндерперлы у нас есть. Правда, надо еще уточнить. Так, вот эта вот книжка нам понадобится. Так, железо. Нет, с железом мне делать лопату неохота. Ладно, давайте сделаем лопату из кобблстоуна. Как обычно. Так. Кстати, а лопате нужен? Да, лопате биндинг не нужен. Так что дополнительный модификатор нам получить не удастся. Ну, я думаю, и так хватит. Собственно, мы на эту лопату закинем автопочинку. И, собственно, все. Так. Сделаем из Назарака ручку. У нее, видите, модификатор 1.2. Это определенно лучше, чем дерево. Так, отлично. Если лопата, у нее где-нибудь мох остался. Печалька. Так, ну если я не ошибаюсь, то мы можем вот из этих... Нам всего-то нужен один мох, то есть нам нужно 9 таких. Так, у нас 6, 1, 2, 3. Так, где наш чисел? Вот он. Так. Отлично. Так. Автопочинка. Так, а теперь смотрим, как нам получить шелковое касание на этой лопате. Ага, вот так вот. Ё-моё, нужно куча ниток.
8 еще 32 нитки нужно.
Ah!